Пророссийские издания распространили информацию в интернете, что якобы Харьковский институт Ситенко отказал двухлетнему мальчику из Луганской области в лечении. Врачи лечебного учреждения утверждают, что это не так, и в интернете распространен фейк. По записям амбулаторной карты данного пациента, это велся прием амбулаторный. В тот период, когда институт был в отпуске, когда врачи стационара все находились в отпускном периоде. Соответственно, госпитализация в этот момент по определению провести невозможно было. Да? Могли просто дать рекомендации о том, что по открытию института ребенку надо будет явиться с родителями для госпитализации, оформления истории болезни, обследования и дальнейшего лечения. Скорее всего, это происходило так. Более того, на данный момент из всех детей, которые находятся сейчас в стационаре, половина – это жители Луганской и Донецкой области. И ни одному ребенку не было отказано в лечении. У меня сейчас лежит пациентка 8 лет, уже проведено удлинение ножки в силу врожденного укорочения. По сути, она может сейчас ехать домой, но по определенным сложностям сейчас некуда ехать, и они на какой-то период сказали, ну, мы останемся. Я говорю, ну, конечно, вы останетесь. Вот. Хотя они, конечно, могли бы эти вещи, которые сейчас им проводятся, делать амбулаторно дома.